прокаживать процедуру лазерного лейболиза. Мы решили сделать акцент сегодня именно на процедуре по коррекции тела. Ну, во-первых, лето, да, жарко, всем хочется раздеться. И сейчас в салонах просто бум на какие-то процедуры, которые будут корректировать фигуру, так скажем. Да? Значит, лейболиз. Вообще, в принципе, лейболизов мы с вами знаем несколько вариантов. Да? У нас есть лейболиз ультразвуковой, как мы сказали, ультразвуковая кавитация. У нас есть радиочастотный лейболиз. Да? У нас есть лейболиз инъекционный, это когда мы с вами будем колоть инъекции лимфоритиков и уменьшать подкожную жировую клетчатку. У нас может быть операционная липосакция, да? То есть когда мы операционным путем уменьшаем подкожную жировую клетчатку. А есть достаточно новая методика ультразвукового липолиза, лазерного липолиза, значит, которая заключается в чем? Заключается в воздействии лазера, низкоинтенсивного лазера на подкожно-жировую клетчатку длиной волны 658 нанометров. Вот эта длина волны будет работать только на адипоциты, только на жировые клетки. То есть воздействие будет избирательное. Не будет повреждаться ни сосуды, ни мышцы, ни кожа, ни кости. То есть это безопасная методика, безопасная. Если, например, сравнивать с той же самой ультразвуковой кавитацией, где нам нужно будет очень аккуратно работать, чтобы, не дай бог, мы не попали над паренхематозными органами, над суставами, то здесь абсолютно спокойно работаем над областью живота, второй подбородок, пожалуйста, ставьте там на коленные суставы, никаких проблем не будет. Работа будет осуществляться только с адипоцитами, только с жировыми клетками. Процедура неинвазивная, то есть ни проколов, ни гематом, ни разрезов, ни швов. Нету ни подготовки, ни реабилитации. То есть сделали и пошли. Процедура безболезненная абсолютно, не чувствуется ничего, поскольку это низкоинтенсивный лазер. То есть, ну, максимум, что может быть легкое тепло, и то вряд ли. То есть вы вообще просто чувствуете, что на вашем теле какие-то вот эти вот излучатели. Все, больше ничего. Значит, процедуру можно проводить достаточно часто, да, можно проводить ее буквально там 2-3 раза в неделю совершенно спокойно. Единственное, что процедуру... Да, конечно. Значит, единственное, что есть небольшие рекомендации пациентам по образу жизни после лейболиза, да, то есть поскольку у нас с вами не повреждается клетка адипоцит, но жировое содержимое выходит, да, и будет утилизироваться через наши системы утилизации, через печень и через мочевыводящие пути. Поэтому рекомендуется очень аккуратнее с какими-то нагрузочными продуктами, чтобы не было дополнительной нагрузки на печень. Рекомендуется, да. Несколько дней или какой-то... По вкусу у вас идет. Ну, конечно, вот пока вы выполняете все вот эти вот наши процедуры, рекомендуется исключить алкоголь, жирное, жареное, то есть все то, что будет давать нагрузку на печень. Я не буду с вами молодой. Планировали в ресторан пойти. Ну, девочки, однократно, ничего страшного. Возьмите какой-нибудь легкий салатик. Вот, и побольше жидкости. Воды, имеется в виду. Противопоказания? Противопоказания, конечно, есть. Противопоказания – это стандартные противопоказания для аппаратной косметологии, то есть это беременность, лактация, это тяжелые хронические соматические заболевания, кардиостимулятор, какие-то заболевания печени, если есть в анамнезе и желчных пузырей. Но в целом, то есть как бы вот для обычного нормального здорового человека, да, мы можем совершенно спокойно выполнять эту процедуру. Значит, процедура выполняется на аппарате Mustang Lipo. Наш российский аппарат тоже продается у нас в институте. Стоимость его, если я не ошибаюсь, 350, по-моему, тысяч. Можно к нему дополнительно купить еще насадку для проведения процедуры лазерной биоревитализации. То есть вы можете работать не только по телу, но еще и по лицу на улучшение качества кожи. И я могу набрать, но, по-моему, сейчас идет акция, к нему идет в подарок аппарат вакуумного массажа. Но это надо думать, что. Значит, что еще рекомендуется после процедуры лазерного липолиза? Ну, в принципе, после любого липолиза, не только лазерного, но и ультразвукового, например, тоже. Рекомендуется провести лимфодренаж. То есть сразу же в этот же день, после того, как была проведена стимуляция липолиза, нужно сделать лимфодренаж для того, чтобы помочь организму вывести вот эти все наши продукты распада. Да? Поэтому сегодня мы совместим липолиз, и Инга Геннадьевна покажет, как можно провести качественный, хороший лимфодренаж.
дальше. Так, ну что, кто у нас модель? Угу. Давайте. Значит, мы сейчас не можем. А мы что будем делать? Животик, да? Я не знаю. Ну что вы хотите делать? Скажите. Давайте животик. Давайте. Сейчас мы только, знаете, что посмотрим. Да, немножечко надо просто приспустить. Нет, вот смотрите, вот эту методику мы можем использовать на сухой коже. То есть вы можете использовать, предположим, какой-то липолитический гель, да, наносите гель, оборачиваете пленочкой, и потом устанавливаете излучатели. Можно на сухой коже, пожалуйста, можно и так делать. Сейчас только нам с вами, знаете, что надо подобрать объем резиночки, на которой мы будем фиксировать. Ну, в принципе, вот это вот там как раз подойдет. На самом деле, все будет зависеть от конкретного пациента. Если вы будете дополнительно соблюдать диету, питьевой режим, если вы будете... Мы похудеем без липолиза. Да, в комплексе, конечно. Но с липолизом вы похудеете гораздо быстрее, скажем так. Похудеете гораздо быстрее. Так, ну все, можете ложиться головой сюда, наверное, да, Инна Геннадьевна, удобнее сюда? Да, да. На серединочку только ложитесь. А менструация не является противопоказанием? Ну, это относительное противопоказание. Да, у меня как раз менструация. Может, это ножки лучше? Ну, давайте ножки сделаем. Да? Да, да, давайте ножки сделаем, конечно. Мне животик нужен. Что? Что вам лучше живот? Мне животик ваш нужен. Да. Ну, у тебя же не первый день. Не так страшно. Нет, последний. Ну, тогда а, да, ну, это вообще можно делать. Где вы живете? Да, конечно. У нас каждый день. Такая возможность есть. Методика достаточно популярна, очень часто продают ее пакетами, то есть абонементами. Даже если там думать о том, что там аппарат дорого стоит, он очень дорого. Я поснимаю немножко. Телефон можно ваш? Да. Поснимаю чуть-чуть. А продолжительность? Продолжительность зависит, будет зависеть от выраженности жировых отложений. То есть мы можем работать от 20 до 40. Потому что я в прямом эфире, я думаю, вам хоть для вас и для Юлианы Павловны. Тут. Угу. То есть вы ей поставите сейчас? Сейчас, чуть-чуть. Да, штуки. Вы можете, например, делать массаж лица. Как вариант, да. Вообще процедура для косметолога прям вот поставила. Или чистку там. Повторите, как называется вот этот процесс? Мустанг 2000. Нет, процедура. Лазерный липолиз. Да, липолиз – это расщепление жировой ткани, а лазерный – это посредством лазера. А что за лазер? Можно я ваш живот буду снимать? Красивенький. Смуглый. Это либо 70% спирт, либо какой-то спиртосодержащий антисептик, либо это может быть какое-то специальное средство. Сейчас много появилось специальных средств для обработки аппаратных манин. То есть, а так, в принципе, любые средства. И что? И цепочку. А, вы сразу, да? И бретельки. Ну, а что же, я дергаю да. 100 раз. Ну, в принципе, да. Подушку я на два.
курс учить дезинтерологии? Нет. Нет, там только классические аппаратные методы, там дезинкрустация, гальванизация, ультразвуковая очистка и фон-фарес. Обертывание? Обертывание, это просто кремообразная какая-то текстура, которая оборачивается в зеленочку. А еще есть отдельный у нас курс, да, по обертыванию, там, да, водорослевое обертывание, бандажное. Массаж тоже есть. Все, вот таким вот образом мы с вами установили манипулы, да, то есть у нас получается боковая часть, у нас получается непосредственно средняя часть животика и с другой стороны боковая часть, да. Значит, и теперь мы с вами включаем. Этот лазер не относится к категории опасности, когда нужно одевать очки, да. Здесь мы совершенно спокойно работаем. Включаем все четыре наши манипулки. Мощность разная везде, да? Да. Можно уменьшать? Можно уменьшать, но конкретно на этом аппарате рекомендуется именно для липолиза работать на максимальной частоте, поскольку этот аппарат относится к технологии НИЛИ, низкоинтенсивное лазерное излучение. Для того, чтобы оно было эффективным, мы работаем на максимальном значении. В принципе, этим аппаратом можно работать, если подсоединить другие излучатели, можно работать и с точки зрения лечебной, да, то есть, например, там вводить какие-то лечебные средства в суставы, снимать боль, да, работать там по каким-то таким терапевтическим методикам. Тогда там лучше действие. А? Лучше действие, лучше проходит, да? Препараты, да, да. Ну и в принципе можно работать просто, поставить вот этот излучатель на какой-то сустав, будет боль просто убираться, да, боль сниматься. Но в этом случае нужно будет менять вот эти вот настройки, то есть там нужно будет играться с частотой, мощностью, но это же как бы отдельная такая именно физиотерапевтическая история. Что касается липолиза, здесь мы установили, горит таким красненьким, вы видите, да, никаких ощущений нету, все спокойно и... А ну все, вы говорите, еще можно второй подбородок, это да, вот эти же. Вот эти, да, другие, да, вот эти, они вот эти же, же, да, вот эти же, они устанавливаются, да, вот таким вот образом, да, две штучки. И с помощью вот этой вот ленты мы просто их прикрепляем вот прямо здесь вот наверху. Все. Значит, ну смотрите, у этого аппарата четыре выхода, да, то есть мы можем подключить сразу четыре манипулы. Поэтому, например, мы можем сделать... поставить две манипулы, скажем, на руки, ну, как вариант, либо на бока, а две манипулы поставить вот сюда. Есть еще вариант взять насадку для лица. Здесь очень интересная насадка Beauty Skin называется, билазерная насадка. Там сразу в одной насадке несколько излучателей, два, там шесть, получается, что по три на две волны. Идет излучение 785 нанометров и 790 нанометров. То есть они работают на стимуляцию клеток фибробластов, на синтез, да? И, а другая волна работает на внедрение низкомолекулярной гиалуроновой кислоты. И вы можете, причем одновременно в одной насадке. Вот. И, кстати, вот недавно с разработчиками общались, они сейчас делают насадку, которая будет и лазер излучать, и микротоки проводить. Вот. Значит, вы можете как сделать? Вы можете взять две насадки, поставить на куда-нибудь, опять же, там руки, например, да, либо вот галифе, а на другие два выхода подключить насадку для лица и проводить процедуру лазерной биоревитализации по лицу тогда, когда у вас будет идти лазерный липолиз. То есть вы можете и так совмещать. Вот. С одним аппаратом? С одним аппаратом. То есть там выхода два есть? Четыре выхода, два выхода. И настройки отдельные тут каждому. Да, да. Ну тут не сложно, тут все очень. Двойные настройки. Какая стоимость процедуры? В среднем Москве, если не брать комплекс сразу покупать, а просто за каждую процедуру, да, платить, ага, в среднем 5000 стоит одна процедура. Это туда что входит? Вот. Одна зона. Нет, ну вот мы сейчас с вами работаем. Да, все, да, живот. Да, да, да. 5-20 минут. 20, может, в зависимости от объемов, до 40 минут. А если две на руки и две, например, на голову? Пожалуйста, ради тоже, бога. Это тоже двойная стоимость. Нет, тут на самом деле все-таки вот использование аппарата, пускай все четыре будут, пускай две будут, но это вот один сеанс считается. Один сеанс, это 5000. Но часто продают как? Часто продают там 10-15 комплексом сразу по 3500.
Вот. И таким образом даже считали, аппарат стоит 350, если сразу 10 сеансов по 35 тысяч, то 10 клиентов, то аппарат уже покупает. Понятно, что лимфодренажный массаж не входит в 35 тысяч. Конечно, да. Входит только в том случае, если вы сделаете такой мини-импровизацию, там типа 5 минут что-то там продренировали, тогда это можно бесплатно сделать. А если вот то, что сейчас вам Инга Геннадьевна будет рассказывать, то тут читайте еще. Сейчас будет. Вот, и вот, собственно говоря, на этой ноте, да, передаю слово Инга Геннадьевна Каладина, наш ведущий преподаватель массажных техник. Сейчас она вам расскажет о том, как вообще, в принципе, не только после этой процедуры, но и в целом, да, как проводить правильно вот эти лимфодренажные техники массажные. Нормально? Спасибо большое. Меня зовут Каладина Инга Геннадьевна, я занимаюсь массажными техниками. Достаточно давно, у меня очень большой стаж косметологии, в принципе, я врач-дерматолог, я владею практически всеми инъекционными методами. Но вот в преподавании я все-таки выбрала массаж.